Детская библиотека имени Пушкина завоевала сердца многих горожан, как маленьких, так и взрослых. Это место стало центром притяжения книголюбов, любителей искусства и культуры, полезного досуга. Библиотека открыта и детям, и их родителям, и старшему поколению. Обычно здесь всегда весело и шумно, но на этот раз в библиотеке царила легкая грусть и по-особенному трогательная атмосфера. Директор Любовь Николаевна Белякова покидает руководящий пост. Любовь Николаевна, наша дорогая, она сказала, что она хочет как бы послужить библиотеке немножко в другом качестве, и поэтому как бы уйти с роли руководителя. Я долго как бы уговаривала ее, чтобы этого не делать, но человек решение принял. Приятно, что вы остаетесь работать в библиотеке в новом статусе. Почему? Потому что, честно говоря, вот мне всегда нравилось сюда приходить, потому что за годы работы вы и ваш коллектив вывели работу у городской библиотеки на совершенно фантастический уровень. Спасибо. Дети любят приходить, детям нравится здесь быть. И более того, здесь любят быть не только сами дети, но и их родители. Присутствующие отметили трудолюбие, ответственность и высокий профессионализм Любови Николаевны, который она демонстрировала на протяжении 23 лет. Под ее руководством сформировался сильный, сплоченный коллектив, который всегда в авангарде всех начинаний. В адрес директора Пушкинки сказали много теплых слов друзья, коллеги, руководители образовательных организаций. У каждого приходит свое время. Сегодня пришло мое. Поэтому я очень рада этому событию. И хочу сказать своему родному коллективу слова огромной благодарности за то, что все это время мы настолько творчески, дружно проработали все эти годы. И что библиотека в городе востребована. Ее любят жители, маленькие и большие наши читатели. Спасибо огромное всем. Исполняющим обязанности директора детской библиотеки имени Пушкина назначена Ксения Якунчикова. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.